То же самое Мондео. Очистка ЕГРчика. Как его снять? Как азбука в первом классе. Раз, он там вдалеке один, болтик второй, хомутик на шланге. И здесь еще два, видите, вот на этой нержавеющей трубочке. Все. Ну и само собой вот эту пипку отключаем. Тин. Бросаем ее вниз. И мы сюда вот его бензинчик, зубная щетка. И потихонечку. Короче, ну покажи просто, как он выглядит. Вот он клапан ЕГР, видите, внутри. Вот такой вот. Он двигается, открывает, закрывает, видите. Мы не чистили сколько то ли примерно по времени? Полтора года мы не чистили. Петрович, Анатолий Петрович рекомендует чистить его раз в год хотя бы. Глушить не рекомендуем его. Если он с заводом и изготовителем поставленный, то не рекомендуем. Особенно это относится к моделям, которые Евро 4, ну и выше. Почему? Потому что они отличаются только электронным путем, то есть с помощью прошивки мозгов. Вот. Потому что если вы это не сделаете, будет гореть постоянно чек engine, то есть чеков двигателя. И машина тоже не будет ехать. И машина тоже, соответственно, не будет ехать. Вот. Так что тут нельзя обдурить, только компьютерным путем. А Евро 3, как этот Мондео, он срабатывает, я так понял, что вакуумником, да? Да. Да. Он, его можно заглушить, как бы, но мы это не делаем. Мы чистим его просто раз в год, рекомендуем. И все будет окей. Вот, в принципе, такая история. Если он забивается, то вот этот патрубок, он рвется. Вот. Вот этот патрубок, который вниз идет. Он его просто разносит вдоль, разрывает его, и все. Машина теряет тягу. И все, машина не едет. Вот, в принципе, вот такая вот история. Так что, ну, все требует обслуживания. Все требует качественного ухода. Вот. А если вы не хотите этим заниматься, то, в принципе, и машину покупать не надо. Катайтесь на конях. Коня купите. И, ну, в принципе, его тоже надо кормить. Чистить, мыть надо его. Так что, купи коня. Век воли не видать. Вот. Ну, Петрович, нажми, пожалуйста, еще раз, как он работает. Анатолий Петрович поет его, видите, наливает, как чашечку такую сюда. Кофе. Ты же сказал купить коня. Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот он срабатывает. Вот так, видите, то есть он работает. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, ребята. Короче, промываете и ставите его в обратном порядке. Какие еще рекомендации? Больше никаких, чтобы он чистый был. И исправный. Чистый и исправный. Все, ребят, всем благословений. Не чистое это дело, но оно того стоит. Машинка будет живенькая. Всем пока, благословения, ребят.